Right to Life presents. Почти у всех детей доброе сердце, но, без сомнения, сирийский мальчик отличился, оказавшись чутким и сопереживающим. Ему пришлось пройти через по-настоящему самое трудное из всех испытаний в таком юном возрасте. Ему пришлось покинуть свою страну, где он появился на свет в поисках лучшей жизни рядом с семьей. Хусейн Эль-Хасан – мальчик-беженец из Сирии, который знает, как важно помогать людям и животным. Сирийский мальчик-беженец помог бездомной собаке, попавшей под машину. 8-летний мальчик, которому в юном возрасте пришлось пережить множество трудностей и лишений из-за военной ситуации в его стране, преподал величайший урок всем людям, помогая беспомощному бездомному псу, лежащему на краю дороги. Хусейн Эль-Хасан в настоящее время живет в городе Килис в Турции. В самый обычный день, который ничем не отличался от других, он вышел из дома и увидел душераздирающую сцену, которая разбила ему сердце. Бедная бродячая собака карамельного цвета была ранена безрассудным водителем, который не только не вышел из машины, чтобы помочь животному, он даже не остановился, а поспешил поскорее скрыться с места трагедии. Мальчик мог бы продолжить свой путь, не помогая собаке, но его доброе сердце не позволило ему остаться равнодушным в такой ситуации. Было видно, что собака сильно травмирована. Несмотря на то, что он всего лишь ребенок, Хусейн решил сделать то, на что не осмелился никто из окружающих — позаботиться о собаке, оставаясь рядом с ним, подбадривая его и мотивируя, поддерживая в нем жизнь, не давая уйти в другой мир. Хусейн сидел рядом с собакой, прямо на обочине дороги. Чтобы не дать собаке замерзнуть, он быстро пошел домой за одеялом, чтобы пес смог согреться. Он бережно укрыл собаку, оставив открытым только морду, чтобы он смог нормально дышать. Он терпеливо ждал помощи, надеясь, что хоть кто-нибудь из прохожих поможет. Но люди проходили мимо, словно не замечая его и собаку. Маленький мальчик не мог не беспокоиться о самочувствии своего нового пушистого друга, поэтому он терпеливо продолжал ждать спасателей. Шли минуты, наконец, появилась помощь. Кто-то из прохожих остановился и поинтересовался, что случилось. Выслушав историю мальчика, человек вызвал помощь. Спасатели приехали быстро и аккуратно взяли собаку, чтобы не травмировать ее еще больше. Его срочно доставили в ветеринарную клинику, надеясь, что он выздоровеет, но их попытки оказались тщетными. Организм собаки не выдержал и, к сожалению, он отправился в лучший мир. Печальная новость разбила сердце Хусейна на 1000 осколков, хотя он осознавал, что сделал все возможное, чтобы поддержать его в последние минуты. Они ничего не могли сделать, чтобы спасти его. Чуткость и доброе сердце мальчика не остались незамеченными. Неожиданно Хусейна посетил вице-мэра города Джума Аздемир, который хотел поздравить его и поблагодарить за великий поступок. Он был отмечен за свой благородный поступок заместителем мэра своего города. Джума Аздемир признал жест мальчика истинным актом доброты, потому что, хотя многие люди не ценят жизнь животного, они существа, которые чувствуют и страдают так же, как и люди. Хотя жест Хусейна может показаться некоторым людям необычным, он представляет собой лучшее, что есть в человечестве, сказал господин Кума. В дополнение к почитанию его прекрасного поступка, город подарил Хусейну и его семье новые теплые одеяла взамен тех, которые он добродушно подарил собаке, хотя они и осознают, что единственной важной вещью для ребенка была жизнь животного. Хусейн теперь может жить в мире со своей семьей и своим верным питомцем, милым котенком, который всегда сопровождает его, куда бы он ни пошел. У него появляется новый шанс в жизни, без риска и счастья делать добро тем, кто в этом больше всего нуждается, особенно если это четвероногий пушистый друг. Вы также можете помогать животным, ведь именно они нуждаются в нас больше всего. Редакция канала считает, что город мог поддержать мальчика больше, чем простым подарком одеяла, а человек, который совершил наезд, должен понести наказание. Это далеко не веселая история, но она показывает, насколько важно оставаться человеком в любой ситуации.
Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.